Банаш – это часть гуцульской души. Гуцулы – это горцы Карпат, этнографическая группа украинцев. Основными занятиями гуцулов издавна были горно-пастбищное скотоводство, лесные промыслы, сплав леса по горным рекам. Банаш, как и брынзу, издавна готовят исключительно мужчины, потому что овцы и все, что с ним связано, дело мужское. У каждого почтенного хозяина во дворе есть место для приготовления банаша. Это блюдо – повседневная гуцульская еда и попадает на гуцульский стол 2-3 раза в неделю. Говорят, что сливки или сметана для банаша должны быть обязательно 3-дневные. Хранить их нужно в сарае, чтобы не прокисли. В холодильнике держать нельзя, испортятся. Помешивать нужно только в одну сторону и только деревянной ложкой. Конечно же, домашняя плита не заменит открытого огня и запаха дымка не придаст. Но попробовать стоит. Тем временем нарежем корейку. Для приготовления этого блюда нам понадобилось 500 грамм кукурузной крупы, 750 миллилитров молока, 500 грамм сметаны, 200 грамм копченой корейки, 250 грамм брынзы, 25 грамм сливочного масла и соль.